погадаем читателям нашей газеты. Можно? Чтобы погадать читателям нашей газеты, мы предскажем, какие события ждут газету в этом году. Для этого нужно вытащить один нужно камушек, одну ракушечку. Это на события. Что ждет нашу газету в этом году? Давай сюда. Тут. Так. Итак, значит, ракушечка выпала с вершины. То есть газету ждет подъем. Подъем постепенный. То есть вершина небольшая, подъем постепенный. Сначала будет одна ступенька пройдена, возможно, какие-то новшества, потому что есть новые гребешки, их много. Эти новшества закончатся успехом. Камень абсолютно прозрачный. Мы видим, что препятствий практически у газет никаких не будет. Но нужен будет кропотливый труд и желание вводить новое. Все, спасибо большое.